Всем привет, мы продолжаем играть. Напоминаю, что играем в офигенный БК, 3 восьмерки Stars. Ссылка на нее находится в закрепленном комментарии. Также не забываем подписываться, на 3,5 тысячи подписчиков у нас будет офигеннейший розыгрыш. В общем-то, давайте начнем с кристалла. Давай по 600 рублей. Так, 3 сотки, мало. 1200, слушай, вот это хорошо. 1700, ну, нормальный, нормальный, такой хороший, хороший полезный занос на 1100 в плюс нас вывел. Оставим тогда. Давай, Одиссей. 600. Так, тут. Ага, возврат, походу, пойдет лучше, чем ничего. Так. Ух ты, x2, нифига себе. Даже не возврат. Ну, давай еще немножко поиграем. Блин, фиолетовый бы собрать в идеале еще. Полтора. Тоже неплохой коэффициент на самом-то деле. Здесь еще возврат. Угу. Играем еще. А, блин, зеленый, давай. Как-нибудь собери зеленки. Есть, есть зеленочка, офигеть. Ты посмотри, как раздает-то, а? 4 розовых еще. Х6. Да ну нафиг, может быть, еще что-нибудь соберем. Охереть. Да ну нафиг. Серьезно. Х20. 1,5. Кабздец. Два раза зелень, это Х10. Розовый и Х10. Желтый один раз и синий. 21,5. Трэш. Ну это просто трэш. Я просто в ахере. Как такое могло выпасть? Как, блин? Ну я не знаю. Лучше коэффициента я тут никогда не собирал. Просто никогда. Охереть. Просто 12 тысяч. С 600 рублей, да почти 13 косарей. Кабздец, ну вот такого я вообще, конечно, не ожидал. Одиссей, ну ты, блин, удивил меня, а? Капец, просто капец. 21 тысяча на балансе, 6 тысяч мы начинали, 6, Карл. Плюс 15 косарей просто за 2 минуты. Капец, просто капец. Ладно. Давай мы тогда немножко еще поиграем, потому что что-то я боюсь, что мне будет за такой занос в остальных играх. Я прям не знаю. Так, ладно, давай Wild Fruits. Давай вот 500. Пару раз. Угу. Ну, Wild Fruits, он всегда такой. Здесь он что-то есть, кстати, походу. Бонус. Пустой, да? Смотри, кубики какие-то. 950. Ну, почти, почти. В ноль выкрутил. Ладно, оставим. Так. Блин, ну я даже не знаю. Ну, давай резидент посмотрим. По 1000. Немножко прям совсем. 250. 500. 500. Забираем 1000, не хочу рисковать лишний раз. Динамит. Динамит, вот это плохо было. 500. Динамит, давай рискнем. Пусто. 750. Давай попробуем помножить. Ладно, свое вернули. Двадцатку, блин, я не хочу вообще просаживать. Поэтому, короче, делаем как. Камикадзе открываем. 390 рубасиков. А что у нас по бонусу есть? Фиг с ним. Подожди, точно нету? Точно нету. Попробуем сейчас долететь до какого-нибудь хорошего кэфа. Да ну нафиг, серьезно, сразу на 1,2 сбивают. Ну и хрен с тобой, ладно. 20 косарей у нас на счету. Это просто охереннейший занос, блин, в Одиссее нас выручил. Давайте тогда на этом остановимся. В следующем ролике мы обязательно продолжим играть
Но уже, наверное, с 10 тысяч десяточку я все-таки выведу, потому что это денежки. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.